Под Суздалем погиб 23-летний инженер-геодезист. Он проводил ремонтные работы на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Трагедия произошла 9 сентября. Как сообщили в прокуратуре области, молодой мужчина оказался под колесами самосвала. Водитель грузового автомобиля «Ситрак», трудоустроенный в качестве дорожного рабочего, двигался задним ходом по ремонтируемому участку автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» около поворота на село Черниш, где совершил наезд на проводившего в указанное же время геодезические работы инженера-геодезиста. Смерть последнего наступила на месте происшествия. По факту гибели мужчины полиция провела проверку. Результаты прокуратура направила следком для возбуждения уголовного дела о нарушении правил безопасности при строительных работах, что повлекло смерть человека. Принятие решений находится на контроле межрайонной прокуратуры.